Всем привет, меня зовут Соня, и вы попали на мой канал. В общем-то, это видео будет видео распаковка. Распаковка будет, как всегда, коротенькая, потому что мне нечего показывать, таких много товаров я не заказывала. А распаковка будет с Валбурис и также с Фикс Прайса. Ну и давайте с вами начинать. Первое, с чего я начну, это, наверное, с Валбриса. С Валбриса мне пришла вот такая вот коробочка. Пока что непонятно, что в ней. Давайте начнем открывать. И тут у нас вот такая вот ароматическая свечка. Она у нас со вкусом бананово-ореховый кекс. Вот, давайте откроем. Вау. А, как это вкусно пахнет, ребята. Здесь вот такая вот штучка, здесь такой вот фитиль, я не знаю, как это правильно называется, но, короче, это не фитиль, точнее, а такая вот деревянная штучка. Вот. Вот такая первая свечка вот с таким вот, с деревянной штукой, а не с фитилем. Сейчас я вместе с вами проверю, как эта свечка будет гореть. Ребята, свечка пахнет просто безумно вкусно, мне она очень понравилась. А потом, после того, как я ее задула, ее дым поднялся, и это тоже очень вкусно пахло, очень красиво выглядело. Вот поэтому этой свечке, я думаю, я однозначно ставлю 10 из 10 и советую вам ее к покупке. Если вдруг вы захотите заказать такую же, то все артикулы на товары, которые я заказывала именно на Валбрисе, я оставлю в описании под этим видео. С вами к следующему товару. Следующий товар у нас уже находится в этом видео, и именно это джинсы. Вот такие вот синие джинсы. Мне они очень понравились. Они также еще вот с такой вот бахромой на конце. Вот. Так что этим джинсам я определенно ставлю тоже 10 из 10. Мне они тоже безумно понравились. На этом, к сожалению, товары с Валбрис у нас заканчиваются. Вот так вот мало их было. Следующее, к чему мы с вами переходим, это к Фикс Прайсу. Фикс Прайсе я также купила в свечку. Она очень красивая. Я когда заходила в Фикс Прайс где-то 4 дня назад, она мне сразу приглянулась, и я ее захотела купить. Но тогда у меня не было возможности, не было с собой денег. Вот, и сегодня я зашла, все-таки купила ее. Мне она очень понравилась, она в таком вот красивом, как бы, подсвечнике, или как он там называется. И здесь у нас уже фитилек. И она у нас также ароматирующая. Что я сказала? Эта свечка у нас также ароматическая. Тоже очень понравилась. Сейчас мы вместе с вами будем смотреть, как она будет гореть, как она будет пахнуть. Сейчас мы ее с вами откроем, вот эту штучку уберем. Не, ну запах у нее очень классный. Ну что ж, ребят, эта свечка тоже покорила мое сердце. Она также очень вкусно пахла. До сих пор я хочу ее продолжать нюхать. Я безумно рада, что купила ее. И прям вообще мне она очень нравится. Особенно по ее стилю, по ее дизайну. Стоила эта свечка в районе 149 рублей. И думаю, что в вашем Фикспрессе тоже есть такая свечка. Поэтому, если вдруг вы хотите ее купить, то я вам ее однозначно советую. И ставлю ей 10 из 10. Следующая покупочка из Фикс Прайса. Это у нас вот такой вот стакан. Не знаю, как его назвать. Ну, в общем, емкость с трубочкой это называется. Но это не емкость, а какой-то стакан, да. И я ее взяла, этот стакан взяла, скорее всего, из-за трубочки, потому что я хотела очень такие трубочки. Ну и сам стакан тоже красивый. Он еще также вот с такой вот штучкой деревянной. Сейчас мы вместе его откроем.
Он, конечно, очень громкий. Вот, ребят, смотрите. Такая вот тут трубочка, она стеклянная вроде бы. И вот сам стакан. Его надо еще помыть, он весь обляпанный, конечно, в магазине его кто-то ляпал. Вот. Звуки не очень приятные, но сам стакан мне очень нравится. И не очень нравится мне лишь только вот эта слишком огромная емкость для трубочки. Мне кажется, должна быть чуть-чуть поменьше. Но все же мне нравится этот стакан. Сейчас я сюда что-нибудь налью и перед этим, конечно же, его помою. Я налила в этот стакан лимонную воду. И сейчас буду пробовать. Обычная вода. То есть стакан, там никакого вкуса от этого стакана нету неприятного. Я перед этим просто все помыла, протерла, и вот так вот все смотрится. Очень красивый стакан, теперь буду его использовать для всего. Я его буду использовать, как, например, час для воды. Этому стакану я однозначно ставлю лайк и 10 из 10. Еще также в этой распаковочке я вам хочу показать покупочки из Читай-города. Это покупочки не мне, а в подарок. Вот, в таком пакетике. Но все же я вам покажу эти покупки. Первое, что я покажу, это вот такой вот пакетик. Здесь у нас пакетик с Love Is. В этот пакетик я и сложу все эти покупочки, но это будет чуть попозже. Вот такой вот скетчбук с вот таким вот котиком. Я его много раз видела в Пинтересте. Мне он очень нравится. Еще скажу, что эти покупки я брала не себе, а в подарок для моей подруги. Вот такой вот скетчбук. Здесь обычные листы. Вот. Мне очень понравился этот скетчбук. Вот с такой вот кошечкой. Думаю, моей подруге понравится. Если что, моей подруге исполняется 9 лет вроде. Следующее, что здесь, это вот такие вот наклеечки с собачками. Да, с собачками и... собачками и с кроликами. Вот здесь еще также вот такие вот морковочки. Мне очень нравятся эти наклеечки. Они такие маленькие. Вот. Следующее. Это у нас значки с капибарами. Такие вот три значка миленькие. Вот. Следующее у нас осталось три предмета. Это вот такая вот закладочка тоже с капибарой. Вот такая вот обычная закладочка для книги. Это вот вкусняшка Love Is. Это... какие-то фруктовые камушки. И последнее, это вот такие вот обычные салфетки, тоже с капибарой. Ну что ж, я все сложила в этот пакетик. Вот такой вот, мне очень нравится этот пакетик, он очень прикольный, с Love Is. Вот, все это сложила здесь. И этот подарочек будет для моей подруги на день рождения. Напоминаю, покупала я это все в Читай-городе. Ну что же, такая вот распаковочка из Читай-города, из Фикспрайса, из Валберс у меня получилась. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, который я отмечу в описании под этим видео. Артикулы, как я уже сказала, товаров, которые я покупала с Валберс, также будут в описании под этим видео. Ждите новых видео и пока!